Здравствуйте, сегодня с вами Кирилл и Владик. Мы будем делать свечки из набора «Морская фантазия» фирмы «Рено Креатив». На, Кирилл, открывай. Открываю. Давайте я помогу. Давай. О, доставай, что тут есть. Стаканчики. Стаканчики? Ой. Чуть я не Давай. Разбил. Чуть их не разбил. Так, один вижу, один второй. Там еще один стаканчик. Еще один стаканчик, давай. О. Какие у нас красивые стаканчики. Давай его достанем. О, отлично. Что там еще? Кирилл, что видишь? Ой, какой-то желе. Стой. Инструкция. И песок. Песочек какой-то, да, с ракушками. Все? Там больше ничего нету? Нет. Ничего нету. Так, давай, мы все взяли? Да. Что у нас тут? Набор содержит. Фитиль. А, веревочки вот эти. Есть у нас? Есть. А ракушки два вида. Он не есть. Кусается. Не кусаются. Морские звезды. Есть. Песок. Есть. Стаканчики. Есть. Гель. А, Кирилл, это, кажется, гель. Подробную инструкцию. Так. Понятненько. Ну что, начнем делать? Да. Давай. Посмотрим, что нам сначала надо сделать. Вот такая вот у нас. Первое. Изменить гель ножом на мелкие кусочки размера 5-6 сантиметров. Ага. Давай-ка его покрошим. Ой, какой он мокрый. Вау, какой. А давай его сразу там помешаем. О, смотри, какой у нас гель. Гель! Да. Ой, ужас. Чуть потаю. Холодец напоминает. Да, Кирюш? Похоже на холодец. Да, похоже на холодец. Только без мяса. Только без мяса. Да. Ой. На паузу. Все. Мы решили взять досточку и взять как инструкции порезать его ножи, ножиком. Правда, пока мы тут играли, у нас ложка сломалась. Ты что, не снимал? Я хочу туда, еду. Дай Владику, дай Кирюше попробовать. На, аккуратненько. Давай, так, не той стороной, Кирюш. Ай, да, той. Давай, режь. Деревянный ножик. Вот так, держи, режь. Раз, два, три. Молодец. Давай посмотрим, что дальше делать. Давай его сюда скинем. Сама сделали, короче, желе, да, Кирюш? Получилась вот такая вот желейная крошка. Посмотри, что дальше тетя твоя рассыпал. Так, засыпать пешком ракушки и морские звезды в стаканчик. Ага, берем. Сейчас ты какой будешь засыпать, красный или синий? Синий. Синий, окей. Так, давай сразу все достанем. Какой красивый песочек. Дай-ка синий. А, и тяжело открыть. Возьмем ножнички. А то он меня не видел. Да, тут я не видел. Сюда синенький. Снимать? Сколько его там заливать-то? Так, насыпать первый стаканчик, что у тебя по щеной. Да, я буду. Ой, сверху. Я хочу. Ага, 15-20 это... миллиметров. Я. Ну, где-то не 15 сантиметров. Давай, досыпай немного еще. Давай. Давай. Все, хватит, Кирюша. Ай-яй-яй. Давай, пакетик раз отсыпем чуть. И что краткой? Красный я уже сам. А как будет краты? Да, я тебе его добавлю. Все, думаю, хватит. Хотя, нет, это должно быть, где не заканчивается края, да? Да. Все. Красный разобрались. Это красный. Я теперь там буду. А можно мне там? Ну, давай. Куда? Сюда. Стаканчик. Давай, сыпь. Только не весь. Еще. Все, хватит. Давай чуть отсыпь.
дальше надо сделать? Так, ложим ракушку. А, можно я там ракушку поводу? Можно я там поводу ракушку? А ракушку хочешь положить? Да. Сейчас. Ракушки! На, положи в синий стаканчик ракушку. Один. Синий вот. Опа, да. Как, вот так его положим? Да. Нет, давай вверх ногами. О, вот так вот, красивее будет. А вот второй. И три маски. Начинай. Начинаем. И ложим три маски звезды. Ой, они тут уже покрасились. Дай. Давай сюда. Дай. Одну. Дай. На, Кирюш. Ложи сюда. О, и третью. Я там буду. На, давай, давай, кидай. Не сюда, не сюда. А ладно, пусть там будет уже. Давай сюда. Опа. А что дальше нам делать? Так, второй стаканчик на себе. Идем маски звезды. Ага. Понятно. Чик. Стой, Кирюша. Чик. Так, мы его положим. Я хочу там его положить. Ложи. Молодец, только где-то я чуть подправим. О, что нам дальше делать? Нет, что-то мы не так сделали, Кирюша. О, все. Да. Что дальше нам надо сделать? Дальше возьми. Так, разрежем фитиль. Засыпаем гель в стаканчике, вставляем фитиль. Я там. Ага. Все, вообще засыпаем гель сюда. Гель? Да. Один, сколько надо гелю? Много. Вака. Да. Вака-вака много. А можно мне гель там? Давай, ты в этот стаканчик засыпай, я в этот. Дайте помогу. А вот он такой. Он такой. Ну что, нам хватит уже. Хватит уже, подожди. Еще надо. Так, я вставляю фитиль туда. Фитиль? Фитиль. Вот так вот. Дальше нам говорить растопить их в горячей воде. Пойду растоплю. Все, пойдем. Так, теперь... Ой-ой-ой. Ставим их в горячую воду, как говорится в инструкции, чтобы гель чуть растопился. Так, прошло 40 минут, как вы видите, желе растаяло. Я выключаю огонь. И ждем, пока они охладятся до комнатной температуры. Вот такие у нас получились прекрасные свечи. С ракушками, прозрачненькие и красненькие. И кратенько. Попробуй их поджечь. Пауза. Горяк! Что-то она у нас не хочет поджигаться. Может, второй попробуем. Не хотят у нас гореть, но не расстраивайтесь, может, у вас получится лучше. Все. Все-таки после долгих мучений мы ее смогли запалить. Вы были на канале Поделки с Кирюшей. Ставьте лайки под каждое наше видео. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!
Mm-hmm.